Зима выдалась по-настоящему щедрой на снегопады. Прогнозы синоптиков оправдались. В январе начались продолжительные метели, сугробы выросли до полуметровой высоты. Нагрузку коммунальные службы ощутили как никогда. И сейчас продолжается устранение последствий снегопадов в городском округе. Задействовано порядка 450 единиц крупной и малой техники. Работают свыше 740 человек. Глава округа Андрей Булгаков провел совещание в формате выездной администрации в Монине. Главным вопросом стала уборка снега в рабочем поселке. Вместе с депутатом Совета депутатов округа Ниной Егоркиной руководитель муниципалитета осмотрел территорию и пообщался с жителями. Всегда здесь песочком посыпает? Или вот это сегодня только я приехал в гости? Вы знаете, да нет, посыпают, для школьников старается. А вообще чистят или не особо? Вы знаете как, вообще чистят. Чистят, да? Да, чистят, но вот почистили, а на утро опять... Снегу полно. Потом еще, знаете, что проехал трактор и засыпал тропинку. Какую, вот эту? Ну, нет, там другую. Ага. И пришлось вот так вот через этот бугор лезть. В день выездного совещания главы в Монинских дворах активно работали дворники и техника. Однако состояние внутридомовых проездов не произвело положительного впечатления. Руководитель муниципалитета обратил особое внимание на работу управляющей компании, поручил устранить все недочеты. Вопросы спорных территорий, когда подрядные организации и УК не могут решить, кому следить за порядком в том или ином месте, не должны влиять на комфорт жителей, подчеркнул Андрей Булгаков. В данный момент разрабатывается новая схема закрепления дорог, чтобы не было разногласий. По ней коммунальщики и будут работать. И, конечно, своевременная уборка снега должна проводиться не только во дворах, но и в целом на территории округа. Пешеходные зоны с высокой проходимостью на особом контроле. Так Андрей Булгаков поручил коммунальным службам очистить от снега и наледи тротуар вдоль улицы Комсомольская в рабочем поселке и далее следить за качеством его уборки. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.